26-летняя Полина Куценко выросла настоящей красавицей. Голубые глаза и светлые волосы делают, по мнению россиян, внешность артистки ангельской. Но оказывается, что наследница звезд отечественного кино – та еще чертовка. Девушка активно ведет свой аккаунт в соцсети, радуя поклонников красивыми снимками и новостями о себе. Как правило, актриса делится скромным, в основном профессиональным контентом. Но на сей раз Полина решила добавить перчинки. Дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко показала в сторис фото из постели. На нем видно, что девушка сняла себя голой. Правда, интимных мест Полины не видно. Артистка не перешла грань и не свалилась в пошлость и вульгарщину. Фанаты порадовались такой откровенности. Горячая. Обсуждают знаменитость в сети. Отметим, Полина унаследовала актерский талант от родителей. Артистка успешна в профессии, а вот в личном предпочитает не распространяться. Россиянам остается только гадать, занято ли сердце известной блондинки. Отметим, что на сегодняшний день у Полины есть 5 сестер и один младший брат. Ранее дочь Порошина и Куценко сбила россиян с толку, назвав известного актера Андрея Назимова братом. «Это мой брат, ему 36. Светить всегда, светить везде. Вот лозунг «Мой солнце» – лучший», – написала артисту дочь Порошина и Куценко. Но естественно девушка употребила слово «брат» в другом значении, подразумевая хорошего друга и товарища по творческому цеху. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!